сегодня мы решили поехать на водопады Софиевские. Поворот вы не пропустите. Затем останавливайтесь на поляне Далао. И здесь есть бесплатная парковка. Чтобы добраться до водопадов, либо нужно идти пешком 12 километров, либо взять машину. Цены от 7 тысяч и больше за одну машину. Говорят, посередке, наверное, сядешь? Или пополам скинь. Мы взяли УАЗик за 6 тысяч. Вот мы доехали до точки, с которой начинаются маршруты на водопад. Здесь есть туалет, кафешки, сувениры, также палаточный лагерь. Все-таки хорошо, что мы машину взяли, потому что все пешеходные тропинки, которые идут сюда, они идут точно по той же тропе, либо параллельно, либо по той же дороге, которой ездят машины. А внедорожники едут, поднимают всю пыль. Поэтому идти пешком — то еще удовольствие. Мы ехали в машине, и там все, нос, все лицо в пыли. Если бы я знала, я бы взяла маску для всех. Так, не рекомендую пешком идти. Там дорога реально как трасса какая-то. Очень много встречных машин туда идет. Возможно, потому что воскресенье сегодня. Вот такое красивое место. Даже здесь можно остаться на поляне. Здесь много кафешек, сувениры. Вот речка. Водитель дал нам 3 часа, он нас ждет. Через час мы должны подняться на верхушку маршрута. Час можно погулять. И на час вернуться. Протяженность маршрута 1700 метров, а подъем 200 метров. Высоту.
вот сколько людей там идет. Настоящая Мекка. А там как много. Сегодня настоящий аншлаг. Сложный маршрут, мы сейчас останавливались. Такой, детям можно, все можно. Несложно. Тропинки все показаны. Красота.